Впечатление очень благоприятное. На самом деле я была удивлена довольно высоким уровнем показанных картин и анимации, и международных картин, которые представлены, короткометражей, которые представлены на фестивале. В целом такая интересная задача, даже уже сейчас мы спорим, и понятно, что будет интересно выбирать, потому что очень неоднозначные и очень разноплановые проекты представлены, так что здорово. Нет, все пока в работе, мы пока в впечатлениях, ничем не могу делиться. Очень интересно, очень положительно, много таких нестандартных подходов, вещей. Ну, в целом здорово, больше ничего сказать не могу.